Что там? Где мое сердце? Где мое сердце? Возьми мое сердце. Вот эти маленькие сообщения к нему. Я самый сильный из рода драконов. Хорошо позаботился на Андрея, получишь награду. Ну, нет у меня. Так, вы все закончили? Нет. Нет, вы только начали? Окей. Да. Ну ладно, вы когда закончите, я потом приветствие ставлю, ладно? Да ладно, начинаем. Начинаем, да? Всем привет! Нет, уже началось уже давно, поэтому... Поэтому придется... Так, ладно, окей. Всем привет! В Facebook-версии появился дракон. Стал доступным дракон. И теперь, если нажимаешь на дракона, у него открывается такое окошко, и в этом окошке нужно выбрать дружба. Здесь есть варианты такие. Приветствовать можно, хвалить, гладить, общаться, но ни одна из этих кнопок пока не активна, кроме как странствовать, отправить странствовать. Здесь я отправил на 12 часов, так же, как и на разведку руин, можно отправлять его странствовать. 2 часа, 4 часа, 8 часов и 12 часов. Естественно, я отправил на 12 часов, отряд он не занимает. Пока что я не знаю, что означает этот индикатор сердца 81 и 100%. Пока что это все новости. Это дружба. Дружба, да. Все, да? Все сказали. Доступно только Facebook версии. Facebook. В мобильной версии пока недоступно. Как будет обнова, будет доступно. Все, всем пока. Можете пока-пока сказать. Пока-пока. Пока-пока. Передать привет кому-нибудь. Нет, не хотите? Привет маме и папе. 2017 королевству. Держитесь, ребята. Привет, королевство 338. Я вас люблю. Вот так вот. До встречи.